Что ты наделал, Селим? Какое счастье, что папа этого не видит. Сестра, прости меня, умоляю. Прости. Ладно, Селим. Потом поговорим. Как ты мог пойти на это? Брат Толга, как ты посмел? Как ты только посмел? Толга! Толга! Ты же вырос в моем доме. Я же знаю тебя с самого рождения. Толга, хватит, оставь его. Мы сами с ним поговорим, отпусти его. Толга, успокойся, прекрати. Не трогай парня, отпусти. Почему ты везде суешь свой нос? Ты же тоже воровал в Германии. Может, это ты научил парня этому ремеслу? Может, сделал его учеником? Коркут, прекратите, хватит! Коркут, прошу тебя, прекратите! Убей! Что ты этим изменишь? То, что был вором? Толга, прекрати! Хватит уже, зайди в дом! У нас и без того хватает проблем! Асиге, забери Селима домой! Хорошо. Пойдем. Пойдем, пойдем. А ты не уходи, поговорить надо. Заходи. Мы остались наедине, значит, хотите сказать мне что-то ужасное? Ладно, признайся, я никому не скажу. Это ты украл деньги? Ты все спланировал и организовал, не так ли? Ну, раз уж вы уверены. Коркут, я хочу услышать это от тебя. Вот. Держи. Вызывай полицию, звони Гунулька Ранлы, заяви на меня. Уходи. Зря я трачу на тебя время. Ты очень жестокий и бездушный человек. Ты снова пятишься назад. Хочешь, скажу почему? Потому что ты чувствуешь, что заслуживаешь этого. Вот почему. Значит, это мое наказание, не так ли? Да, это твое наказание. Ты заслужила это. Ты мать, которая бросила своего ребенка. Из-за тебя его прозвали подкидышем, ясно? Эта рана никогда не заживет. Она будет кровоточить всю жизнь. Когда твой ребенок плакал, когда его били, когда он рыдал и звал тебя, ты не пришла. Ты не была с ним рядом. Но сейчас я рядом, ты же знаешь. Но прошлого не изменишь. Ребенок все равно не сможет полюбить тебя. Все равно возненавидит тебя. Хочешь выместить на мне всю свою обиду на мать? Ты не имеешь права так говорить, Коркут. Человек, переживший столько всего, имеет право на все. Не забывай. Никогда не забывай меня, Гунулька Ранлы. Хорошо? Коркут, не говори так. Хочешь умереть с грузом на сердце, Коркут? Коркут! Что ты здесь делаешь? У меня рука болит. Зачем ты пришел? А ты не понял? Я маму жду. Надо было сначала перевязать руку. Пойдем, я отвезу тебя в больницу. Я не хочу. Я никуда не поеду. Сейчас мама придет. Она перевяжет мне руку. И больше не будет больно. Зря мечтаешь. Она забыла тебя. Если помнишь, она тебя бросила, парень. Она была вынуждена? Нет, не была вынуждена. Она думала только о себе. Поэтому ты так сильно поранился. И твоя рана никогда не затянется. Ты плохой. Плохой. Неужели я тоже стану таким, как ты? Ты не забывай одно. Никто тебя не любил. Никто не хотел тебя. Вспомни свои голодные дни. Вспомни, как ты бродил по улицам. Ничего, все забудется, если мама обнимет меня. Не забудется. Не забудется. Эта картинка будет возвращаться, как заевшая пластинка. А ты думал, стоит маме обнять, и все забудется? Не плачь. А я и не плачу. Ты плачешь. Хотя бы меня не обманывай. Ты куда? Не уходи.
Я к маме. Пойду и обниму ее. Ты не можешь сказать ей, но я пойду. Не ходи, не обнимай. Не уходи. Эта женщина никогда не любила нас. Она ненавидит нас. Если бы любила, она бы не бросила нас. И я бы не стал таким безжалостным. Мамы никогда не ненавидят своих детей. Тебе больно? Уже нет. Кто ты, мальчик? Спроси Коркута, он знает. Коркут Али? Почему ты здесь сидишь? О чем вы говорили с госпожой Гунуль? Джейлан, давай уйдем отсюда. Мне в этом доме не хватает воздуха. Хорошо, поехали.